Сегодня толстяк будет играть на сложности толстяк. Давай. Я готов. Давай, давай. Раз. Карту берем. Раз. Карты берем. Раз. Карту, карты, ёпта. Супчика. Раз. Супер. Все слоты забиты. Скидываем. Бам. Берем шашки, не надо. Взяли мы уже. Бойскаут берем. Супер. Воду раз берем. Сколько у нас воды, чат? Воды сколько у нас? Блять, эту, конечно, гипопотамиху убрать. Ладно, сука. Берем, ничего не поделать. Маманю тоже надо брать железобетонно. Суп берем. Это берем. Маманю берем. Мамань, пошли под мышку. Раз. Так, чат, берем супа кучу. Два. Три. Четыре. Все, больше у нас нет слотов, к сожалению. Могу попробовать сбегать, последнее взять. Оп, бежим. Аптечку не взял. Сука, аптечку не взял, она прям под боком была, блять. Бля, ну ладно. Слушай, ну по-моему нормально набрал, что думаете? Чат, мы что очень хорошо набрали, дышать? Еще и аптечка есть. Мы прошли эту хуйню, чат. Посмотрите, сколько у нас и воды, и еды. И карты, и карта, и бойскаут. Ох, бля, хорошо. Мы не понимаем, что кто-то принес запас убежища, но мы не жалуемся, во всяком случае мы должны были о них хоть заботиться. Есть, 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 есть. Время раздавать запасы. Воды, воды больше, чем супа. А как это может быть так? Ну ладно. Да, здорово, Ютуб. Мы тут, как всегда, играем, сидим. Я уже стримлю 4-й час. А вы там на Ютубе смотрите в любое время дня. Приятного просмотра вам. Ну заходите на Twitch, тут намного интереснее. Но не забывайте про Ютуб. Комментарий. Комментарий пиши я. Посмотрим, сколько комментов будет. Все, уже скуфанулся, батек. Что случилось, пап? Ты один день не поел. Помните, как вначале мы что-то, ну так, Ютуб лохи говорили, а сейчас, наоборот, поняли, там тоже дохуя типов. И тут у нас дохуя типов. Сидим, поняли, два лагеря. То одни туда, то вторые сюда. Что за эмоциональный качель, а, ребят? Давайте договоримся. Либо у меня 40 тысяч на Твиче, либо у меня 5 лямов на Ютубе. И все. И по рукам дадим. Время раздать запасы. Кто-то поголодался? Мэри Джейн. Тимми. Шо? У нас противогаза нету. Поэтому первую неделю на улицу выходить не стоит. Мэри Джейн не проронила сегодня ни слова. Это очень странно, что ты должен спросить, как дела? У этой, у нашей, блядь, Глории? Джинс? Не. Ну пусть просит кто-нибудь. Что, кто-нибудь спросил? Кому-то не похуй. Кому не похуй на Мэри Джейн, чат? Жажда, 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 жажда. Ну, ребят, хуй терпим. Да. Твердишь, что без своего музыкального инструмента она никто. Частичка просто нормальной жизни, позволим ей отправиться на небольшие поиски. Конечно, пусть идет. Сдохни ты славно. Она сдохла? Нет? Слава богу. Надеюсь, она не заболевшая вернется. Очень нелегко держать себя в руках в такой ситуации. Конечно, нелегко. Когда там, блядь, постоянно... блядь, делают. Так. Приперлась. И чё? Где твой тромбон? Довольно? Так, ничего не могло сделать нас счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. Супер. Она не заболела. А ты хотел, чтобы она заболела, козел? Жажда. Кстати, она зато воду не высосала одну, прикинь. Хотя должна была. Твое решение. Еще ждем. Еще чуть-чуть ждем. Чертовы разрушители, все испоганили. Так, что смотрим? Мэри Джейн постоянно теряет сознание. Нам нужно ей что-нибудь дать попить. Дайте ей тромбон, блядь. И она будет ни пить, ни жрать, нахуй. Только вы все сдохнете, скорее всего. Блять, я думаю, что я сру жидко. А я ем сначала колбасу, а потом сырок, блять, и запиваю колой. Вот это ты, Ванек, придумал. Осталось огурцов, сука, протухших, влить в организм. Какая разница, зато вкусно. Обезвоживание, на, попей. День 6, еще ждем. Спасибо за инфу. Ребят, вы должны знать. Что там по радиации?
Время раздавать запасы. Жажда голод, мы режей нормально, жажда голод. Так, ну давайте еще ждем и на следующий день пойдем. Можем поклясться, что это огромная лужа здесь раньше не было. Теперь еще одна, на войне нужно искать запас, пока нас не затопило. Ну мы, наверное, лучше проебем карты, чем карту. Ваня, это мой первый донат. Перехожу с твоего ютуба на твои трансляции. Вопрос, схуя ли я... Я что, нажал на карту? Да? Как? Блядь. Ну и нахуй сейчас забани какой-нибудь тебя, блядь. Коза, бля. Будешь знать. Жесть. Если мне снимут бан с этого человека, я бы забаню мудров. Бля, не повезло. Обезвожено, да? Смотрите, как начать можно. Я YouTube, смотри, как можно. Показываю. Если у всех обезвожено, просто нажимаешь на воду, всем раздали. Эту не кормим префайром. Пошла нахуй. Прикиньте, видели? День 8, погнали. Погнали, вот что сделаем. У нас есть карты. С картами отправим Мэри Джейн. Она нам натусует счастливой жизни. Правильно же? Карта плюс Мэри Джейн. Время раздать стелька. И Тимми начинает пердеть просто на все убежище. И все умирают, бля, от запаха, прикинь. Шутки про говно. Так, идет Мэри Джейн с картами. Че, вообще что ли не смешно? Так. Снаряжение. Все, Мэри Джейн. Слава богу, если не вернется. Пошла нахуй. Так. Карт нету у нас, ребят. День 11. Давай. Голодание, жажда. Голод, жажда. Пахан. Пахана кушает. Ну, в смысле, пахан кушает. Пахана пока не кушаем. Пахана рано кушать. На днях мы услышали тихий стук в двери, когда вышли наружу, увидели только чемодан, лежащий на пороге. Это курва кот. Котик. Котик. Курва котик. Карта? Ну, надеюсь, любите хотя бы букет красных роз или шоколад. Нельзя получить все сразу. Эти предметы мы тоже найдем применение. Не, ну ладно. Карта тоже неплохо, учитывая, что мы ее проебали, правильно? Все очень сильно хотят пить, все попьют. Так, звук телефона, идет Тимон, ничего страшного. Пацан проворный, тем более рыжий, умрет не страшно. Рыжий в чате, извинитесь. Так, когда мы услышали вздох облегчения с другой стороны. Ага, понятно. У Долорес почти не осталось сил. Что это, кушать вам надо, что ли? Голодание, чёрт, пишет реально. Извините, я рыжая, говорит. Грызуны-мутанты нападают на наши запасы. Ну все, пизда. Набрал много, делись с игрой. Уёбки. А не игра. Они много вы съели? А, ну один суп вы съели. Ну ладно. Ну ладно. Сука, ладно. Обидно. Радио слушать нам некак. Извините, Ваня, ребята. Ваня, Типон, здравствуйте. Ваня, вопрос вечера. Голод, жажда. Все стабильно хуево. Чего уж мы никак не ожидали услышать, так это кто-то играет на трубе. Давайте этот музыкант пустил нашу дверь и попросил впустить веселую компанию, чтобы они могли ограбить богатых и отдать бедным. Мы сейчас выглядим богатыми. Не будем впускать их. А то они нас грабанут, блядь. Вы мне тут не тыкайте. Так, это, я так понял, Мэри Джейн. Похоже очень. Время раздавать запасы. Обезвоживание, голодание, обезвоживание, обезвоживание. Блять, воду едят все, и папа еще ест и суп, у него полный паёк. Я вам одну воду, вы мне карты. Я вам две воды, вы мне бойскаута. Вода у нас есть, в принципе. Нам не надо, это не особо выгодный обмен, правильно? Тем более, если эта книжка бойскаута такая я полезная. Я люблю нижечку. Люби молча. С ней чё, блядь? С тобой чё, мразь? Ой-ой! Водички принесла. Слушай. Воду, суп,
шахматы, фонарь, топор, еще две воды. Бля, ну... Давайте ее полечим. Козу эту дырявую. А? Как будто бы прям можно, можно. Ну чё, нет? Пошла нахуй. Лечить еще тебя. Потерпишь ее. Вон, я сам решил это. Мне не чат сказал, а я сам так подумал. У меня есть ульта для кого-то. Тимми с чем отправляется? Тимми отправляется с топором, по-моему, да? Или как? Тимми с книжкой. Уверены? Ну давай попробуем. Потому что надо что-то изменить внутри, расставить мебель, делать персонал, ну, нашли тайную дверь, тебе что за ней, есть только один способ узнать. Узнаем, давай фонарь проебем еще. Если нет, то найдем что-то хорошее. Например, ружье. Фонарь не проебан, что мы нашли. Мы обыскали каждый миллиметр, тайн-кон, ничего не нашли. Супер. Так, с топором маму отправляем. Точно, у нас мама же бой-женщина, так сказать. Голодание, голодание, голодание. Слушайте, ну топор плюс мама это равно разъеб. А, стоп, мама с ружьем, да? А кто с топором? Вы уверены, что Тимми с книжкой? С чем Тимми отправлять? Книжка, карта, топор. Ржавый. Все, все, лечу, лечу. Книжка. Бля, ну давай попробуем с книжкой, хорошо. Эту вылечим. Ладно, давай попробуем с книжкой, хорошо. Надо взять чемодан и попробовать в следующий раз отправить совсем просто, типа, ультануть. Надеюсь, он найдет нам еще одну аптечку. Еда у нас типа есть. Это потребляет воду. Ладно, ничего страшного. Надеюсь, он заболеет. Блять, я тебе дам, заболеет. Такс. 20-й день тем временем. Обезвоживание, голодание, обезвоживание. Бля, папа какой-то слабенький в этой катке, ребят. Прямо вонючий какой-то, мерзкий такой. Толстяк, бля. Спрей. Злобный спрей, чат. Злобный спрей. Интересно. Потравить можем кого-то. Например, Мэри... Например, можем потравить тараканов, блять. Да? Скажи, пришел. Здорово. Все хотят слушать радио, но, ребята, у нас радио нету. Нету радио у нас. Опа, куда? Разбежались, блять. Мы нашли анонимное письмо, просит о помощи, говорит, несколько уцелевших крайне нуждаются в провианте. Я бы дал, если бы у нас было больше, чем 3 супа. У нас 3 супа на всю семью. Помогай, не, не сейчас. Ну все, тут уже звонок начинается с левой стороны экрана. Супер. Есть, хочешь, хочешь обезвоживание. Ну пей, воды много в целом. Стороны дверь переполнены чем-то другим. Больших насекомых. Ладно, это мы спасаемся от насекомых. Че, тут нюхнул, что ли, спрей этот? Обезвоживание, обезвоживание, неблагодарный. Есть еще спасибо за рейд, сказал. Бля, папа очень слабый. Может, папу сольем, ребят? Кто за слив папы, вы? Все ждают, что после показа будет спокойно, и кто-то нам пришел, когда мы увидели странного мужчину в синем комбинезоне, который говорит... Хотел у нас купить водяной чип. Дадим или не дадим? Нет? Ну ладно, поверю.
Понимаешь, что означает V? Типа победы, типа крутой, типа круто. W. Истощение, истощение. Почему не истощение у папы? У меня же все есть, вон шашки. Че, тебе не нравится, что ли, скуфидрон? Голодание. Это тоже жрет как не в себя, блядь. У нас супа нет уже. Неряшливый торговец, он предложил заключить простую сделку. Но я не могу давать суп, ребят. Ну правда, я не могу давать суп. И что, блядь, это такое нахуй пришло у меня с ружьем? Ты только воду, что ли, принес, козел? Один суп. Слушайте, ну ладно, хорошо, один суп. Это опять заболела мерзость! Ой, блядь! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вся мама с ружьем принесет, блядь, поесть. Сколько она? 130 дней в соло выжила. Вот эта женщина. Отсадите эту, желательно, за пределы бункера, пожалуйста. Пиздец, усталость, голодание, болеет, обезвоживание, истощение. Да на тебе, голодание. Голодание. Истощение, нормально здесь все. Мама пойдет с пушкой дела делать, взрослые. Безумия не хватает, ага, блядь. И превращение какое-нибудь, Пятирука и Мэри Джейн. Бахан, обезвоживание, голодание. Бля, я так не хочу на нее суп тратить, на нее. Пока у нас запас еды и воды, конечно, можем сидеть заперти, но рано или поздно придется отсюда выйти. Это правда. Это правда. Радио у нас нету. Милашка 228 меня. Не корми черноволосую, бля. Вот это ты, конечно, оправдала, Ник. Так, главное, что нам нужно делать, это слушать радио. У нас радио нету, товарищ. Нету радио. Голодание. Папа кушает. Из-за мамы он на стрессе. Конечно, он будет хотеть кушать. Всю колбасу съел сейчас. Так, Стимми у меня потихонечку начинает становиться, бля, каким-то модником просто. Истощение, голод, истощение. Стимми просто сидит, смотрит в потолок, с ним все в порядке. Давай поговорим с ним, а то он с ума сойдет сейчас нахер. Ничего не делать, эта дура нас ебет. Но нам не очень выгодно, чтобы она съебала, все-таки. Я просто прошел с двумя типами, с папой, с мамой. С мамой соло. С кем я еще прошел чат? Я еще как-то прошел, по-моему, обезвоживание. Да на, попей, не жалко мне на тебя воду. Голодание. С батей? Чисто с батей? Ну, хочешь с нами подружиться? Ну, давай подружимся с ним. Воды у нас много, не жалко. В принципе, на всех хватит. Может, что-то даст. Куваня, Кучат, спасибо за стримы. Она две воды принесла, бля, мама расстраивает. Спасибо, аноним, да, не за что застрелить. Бля, у меня мама заболела. Пиздец, она сейчас в зомби превратится, нахуй. Ай, блядь, кого отправим, чат? Не, я не могу делиться супом, что-то вообще все не везет. У нее шрексификация. У нее шрексификация, обезвоживание. Голодание. Так, с кого мы отправляем чат? Голодание, истощение, усталость, обезвоживание, голодание. Батю? С чем батю отправляем? С топором? Давай батя с топором, может, что-то сможет сделать. Давай, батек, надежда вся на тебя. До 50-го дня, надеюсь, ты придешь. Нихера челник забрал, смотрите сейчас. Чё за бред-то? Ё-моё, чё за трэш у вас? Нормально, блядь. На хайп залетел. У нас один суп остался. Вот у нас чё за бред. Пиздец, обезвоживание. На воде они только не продержатся, да? Надо что-то придумывать. Рассмотрели транспортное средство, это голоса танк. Ну, давай попробуем с картой.
карта проебалась. Супер, ребят. Нахер вы меня вообще забайтили карту просрать, скажите. Очищение, усталость, болеет, обезвоживание. Попей. Очищение. Слава богу, не голодание. Батьку пизда, ребят. Не нагнетай. Кто пришел? Кто стучит? Алло. Я сейчас постучу, ёпта. Голодания нету, слава богу. Голодания нету, слава богу. Голодание кормим дрыща. Нету у нас больше карты. Ну, ребят, заговариваюсь чуть-чуть. Голодание. Голодание. Обезвоживание. Долорес страшно, когда Мэри Джейн признала, что собирается на свидание с каким-то типом. Разрешите это сделать? Нет, конечно, пошла нахер. Матери пизда, конечно. Да у меня тут все по пизде пошло. Батя в соло не вытащит. Все, у меня больше нет супа. Если только батя сейчас не принесет 5 супа. 5. Обезвоживание. На, пей. Пусть это выходит. Ой. Что случилось? Взорвалась, сука. Блин. Ну ладно. Не повезло. Мы никак не ждали мощнейшего взрыва. Обломки с глухим грохотом падали с неба на то, что осталось от нашего дома. Должно быть, это была мина-ловушка. Ну ладно. Минус трубочистка. Главное, с ума не сходите. Меньше потратим реза. Ребят, живите. В агонии. Это типа ей супер больно? Блядь, держись, мамань. Папа ж с ума сойдет, когда придет. Голодание. У нее даже жажды нет. Стоп. Дай-ка дам ей попить на всякий случай. Слышишь, что кто-то, надо оружием проверять. Кого-то убили. Оружие сломалось, супер. Пара выстрелов, ага, грабителей мы спугнули. Ой, бля. С топором чел умер. Пусть ему идет. Хуй знает. Мать с сыном соло. Мать уже теряет рыжесть свою, чат. Голодание. Кушай, мам. Что-то глаз болит левый. С чем отправить Тимона? Давайте с фонарем. Охренеть, блядь. Ой. 43 дня, чуть-чуть не дожил. Ты представь. А так хорошо все начиналось. Бля, вот же не повезло, да, чат? Ой, жесть.